Привет, народ! Случилось то, что должно было случиться. Даже как-то плохо стало. Объявили спонсоры у нас. Вернее, это хорошо. Но жадность осталась. Вот пожадничали. И вот такие вот колеса у нас появились. Гудиер Вранглер МТР с кевларовой боковиной. Не знаю, усиленно там двухслойная, по-моему, кевларовая боковина. Я еще даже не знаю сам толком. Просто это так свалилось неожиданно и непонятно. УАЗик, я не знаю, он меня сегодня легнул, когда я переставлял эти колеса. Потому что он чувствует, что все уже плохо кончится. Вот. Поэтому будем ездить. Приподнимем еще чуть-чуть, лифт сделаем, кузова попробуем, кузов еще поднять. Под передние пружины, может быть, подложим что-нибудь немножечко еще сверху. Ну, сначала кузов. У меня, по-моему, стоит 60 мм лифт-комплект. Поставим 80. Как бы выше, больше бы тоже, наверное, не есть хорошо. Поставим 80. И под передние пружины, я говорю, подложим какую-нибудь проставочку сделаем. А вот сзади посмотрим. Посмотрим. Может быть, ну не знаю, посмотрим, в общем. В общем, вот такая вот нехорошая история. Которая, в принципе, хотелось бы, чтобы хорошо кончилась. 40-е колеса. Ну да, и, наверное, в это воскресенье сможем съездить, в следующее? Ну, сможем, если я доживу до воскресенья. Потому что мне страшно. Что интересно, первоначально, что мне в глаза бросается? Реально здесь между шашечками, вот наружное, как бы что наружное, в принципе, вот. Что внутреннее, тут два пальца лезет. У меня на 37-х гудрижах не залазили два пальчика. Вот. То есть протектор вообще интересный. Как бы вот тут, ну, может, снимешь, покажешь, не знаю, на более чистом колесе. Очень интересный протектор. Вот такой вот протектор, несимметричный. Сними еще здесь, Саня. Вот это ты снимал? А, да, на той стороне, не то, что здесь. Такая вот боковина интересная. Да, боковина интересная. Не знаю, тут они чем руководствуются. Наверное, компьютер им помог вот такую боковину сделать. Явно. Я до сих пор пока не пойму, какое давление в них держать по асфальту. Сейчас 2 очка накачали. Жестковато. Резина-то большая. Наверное, думаю, 1,8 буду делать. Не знаю. Попробуем. Вот. Что еще? Диски 17. Но эти диски 8 дюймов шириной. Вылет у них минус 19, а 8, да, 8 дюймов диски, а те на 37 резине стоят, там резина 37 на 12,5 на 17, 11 дюймов. Ну, не скажу, что часто разбортовывались, но так вот было как бы. А здесь получается резина 40 на 13,5, то есть она больше шире, а диск на 3 дюйма уже. Вот и будет тоже интересно, как это будет спущенная резина. Крепче будет она сидеть или нет. Ну, все, в общем, узнаем, все посмотрим. Все снимем, все покажем. Даже если сломается, ничего не утаим. Все покажем. Чем кончится все это. Все узнаете. До свидания. Еще один немаловажный момент. Ребята, Фрейд здесь ни при чем. Так получилось, я говорю, жадность, это, не знаю, это такая штука, что, не знаю, Фрейд здесь явно не виноват. Ну, не знаю, можно было меньше, больше-то точно нельзя было, можно было меньше, но, в общем, так случилось, как оно случилось. Дедушка Фрейд отдыхает.